пришедшую от сердца, нежели не возмущайся в слове. Твои же мне подашь ноги, держать и целовать их, и струями слезными я помогу всем. Честнейшие херувимы, славнейшие без сомнения Серафим, честление Бога Слава Ваше, пущую Богу Родицу Я не верю в высокий
И прославят Отца нашего, и же есть на небесах, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Преосвященнейший Владыко! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Пойте, Господь! Господь! Освящение совершите храма сего, ко твоему словословию созданного во имя святаго Тихона, святитель патриарха Московского и вся Руси, и воздвижение в нем сотворите трапезы. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вот декан, мы принесли сюда.
Чайковского на стих тоже дали, да? Да. Еще здесь раз отдать. Так, что сейчас надо? На скоманских мы зависим. Да, нет. Сущный, у него же от несущих бытия вся приведы, и же во свете живы неприступним, престол имея небо, землю же подножие, и же Моисеевы повеление давы, и начертания, веселил уже дух премудрости вложивый, и удавлив их к совершению сведения скинии, в ней же служение оправдания бяху истинные образы предначертания, и же Соломону широту и пространство сердца даровавы, и тем древний храм восставил. С этим же севальным апостолом в духе службу и скинии истинной обновилой, благодать, и теми святые Твоя церкви, и жертвенники Твоя, Господи сил, во всей земли насадивой, вы же приносите себе священным бескровным жертвам, и же всему храму ныне благоволилось во имя Создателя, святаго святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси, ко славе Твоей единородного Твоего Сына и святаго Твоего Духа, сам бессмертный, великодаровитый царю, помяни щедроты Твоя, милость Твоя, яко от века суть. И да не возгнушающийся нас множеством оскверненных грехов, неже да разрушишь завета Твоего, нашей ради нечистоты, но презри ныне прегрешения наши, и укрепи нас, и удавли благодатью пришествием, жертворящего святаго Твоего Духа, совершите без осуждения обновление храма сего, и же на нем жертвенника сотворите освящение. Да и на сем благословим Тебя псалмы и песни тайными службами, и Твое благоутробие выну величаем. Ей, Владыка Господь Боже наш, упование всех концев земли, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и не спасли Пресвятаго Твоего, и поклоняемого Всесильного Духа, и освяти храм сей, и жертвенник сей, и исполни его света присосущного, и избери его в жилище Твое, сотвори его место селения славы Твоя, украси его божественными Твоими примирными дарованиями,
уставе Его пристанище буреваемых, врачество страстей, прибежище немощных, бесов прогонения, вы же быть очи самтым отверстым на день и ночь, души самтым немлющим в молитву со страхом Твоим благоговейством Него приходящих и призывающих всечестное поклоняемое имя Твое. Да великого просят у Тебя, и Ты услышишь в небеси горе, и сотворишь милость и милости в будеши. Сохрани Его дар до скончания века непоколебимо, и еже в Ним жертвенник святый, святых покажи силы и действием Святаго Твоего Духа, прослави Его паче, еже по закону очистилища, да я же на нем совершаемое священодейство, во святые пренебесные мысли Твой жертвенник достязают, и благодать нам Твоего пречистого приносит осенение. Дерзаем Бо не на наших рук служение, но на Твою неизреченную благостыню. Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. О, слышь, мире спасение душ наших. Помилуй. Освятитесь храму сему, и же в нем жертвеннику сему. Пришествием и силою Святого Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Приними в стране нашей властях и войстве Господу помолимся. Господи, помилуй. Ради всем всяком граде, стране, веруя живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко святый си Боже наш, и жена пострадавших по Тебе честных мученицах почиваеше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Твоим явлением сам и ныне не спаси благодать Святаго Твоего и благослови воды сия и вино к освящению и совершению жертвенника Твоего сего, яко благословися, благословенный си во веки веков. Аминь. Нет, сейчас поливать надо. Вот забирайте эти, нет, эти надо смешать сразу. Да. Вы сразу вот эти два смешаете. Когда вино забирать, можно разливать его пока во имя Отца, Сына. Сразу платом? Да. Нет, как? Потом платим. Еще. Нет, все. Да, планы раздались. Губки сейчас не надо, губки это на сейчас вино. Промокаем, омываем со всех сторон. Дайте план, батюшка, почему стоит здесь план? И до перекрестка. Слава Богу нашему во веки веку. Аминь. Пропишем и особо мочились, мышцы почти же.
Еще. Слава Богу нашему веке. И мы пропишем высоко вообще, что мы же по снегу берёмся. Пропишем. Слухом удась, раз, усилий, вот раз, вкус. Поем, поем. Слухом удась, Василий Цыкович. Мы будем поехать. Что не молчать? Поем, поем, поем. Слух, ну дайте радость веселье, вот радость по себе ренда. Забирайся. Давай, Бог. Да, есть, все. Все. Отвратишь лице, это мы грех мы. Отвратишь лице, это грех мы. Все беззаконие мы очистим. Отврати лице, это грех мы. Сердце чисто, движение Божье, управку на любовь. Не отвержу меня от лица, и Дух Святой не отмет меня. Отец, ты. А, все. Да. Ну, этот угол, нет? Вот это сложно, Господи, снимай те, что стану тебя толпы, я качал святые, когда Господь Святой Благолеж, живет на Богу Духа Сына, сердце святых меня, Бог не чужит. Боже Господи, благодарит для всего, для всех сил на царицке, тогда благодарит за правду, за когда ты делал жажду, но так, давайте так. Благословен Бог наш, всегда ныне присно во веки веков. Аминь. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поем, поем, поем. Все, храним облачение, все. Показывай. Пока снаружи смотри, что такое. Снаружи смотри. Так, кто с Верби будет? Давай. Так, можно я почитать эту книгу тогда? Так, Верби. Надо тут пропить Верби. Значит так, молодец, будет. Все, от первого по кругу доктора Рага. Кругом. Повторага сносится к третьему. Вы помогаете подтягивать, чтобы на углах встать. Повторага сносится к третьему. Так. И идет по низу до четвертого. Да. По низу до четвертого. И паки возносится к первому ступереньке. Сносится вниз ко второму. Так, вы там. Идет низом к третьему. Идет низом к третьему. Возносится вверх к четвертому. Идет низом к третьему.
третьего вознесся к четвертому. Так, от первого кругом до второго, от второго возносится к третьему. От второго возносится к третьему. И четвертому. От четвертого низом кругом до первого. Вот надо нормально на бобину наматывать, видите, чтобы не мучиться. Кому интересна другая, вы ждали эту, другая есть. У меня тоже есть другая. Ты не славишь, но не я.
Паки, паки, миром помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, небесе и земли, и же святую Твою Церковь, неизреченную премудростью основавый, и в образ ангельского на небеси служения, священничество чин на земли составивый. Ты, Владыка, великодарни, прими ныне молящийся нас, не яко достойный сущий католик и проситель, но до превосходства покажется Твоя благости. Небо присталось и человеческому роду многообразней благодея. Главизну же нам даровалось и благодеяние, еже во плоти единорода Твоего Сына пришествия, еже на земле явсе, воссияв сущим во тьме свет спасения. Принеси себе у нас жертву, и бысть миру всему очистилище, общники нас своего воскресения сотворив, и вознесися на небеса, облече свои ученики апостолы, яко же обещайся силою свыше, я же есть Дух Святый, поклоняемый всесильный, и же от Тебе Бога и Отца исходящий, им же бывший сильнее делом и словом, крещение предаше сына положения, церкви воздвигоше, утвердише жертвенники, священство положише правила и законы. И же мы грешни, держащие предание, припадаем Ти вечному Богу и молимся Ти, благоутробни, Твоему песнопению созданный сей храм, божественно Твоей исполни славы, и мне воздвижный жертвенник, святый, святых покажи, яко нам, предстоящим Ему, яко страшному царству Твоего престолу, неосужденно служите Тебе, мольбы о нас и о людях всех воспосылающим и бескровную жертву Твоей приносящим благости о вольных и невольных грехах в прощение, во управление жития, во исправление благожительства, во исполнение всякой правды. Яко благословися Твое Пресвятое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем и Духа Твоего. Ваше Господи, преклоните Тебе, Господи. Бог наш, Бог милуйте и спасайте, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ну, или ставится, или поставим, потом зажжем. Семисвечник есть? Да, сейчас там, где он? Не сужайте. Вот зажигайте, зажигайте от него. Кстати, а что они молчат? Неизвестно, да? Как, берем свечку и зажигаем. Владыка, одну зажжет, а вы издаешь. Так, я иду кропить также храм, Владыка идет с мощами. Сейчас выходим. Сейчас выходим с царскими вратами. Так, ну так вот уже точно свечку возьмем. Все, дальше сами зажжем. Все, дальше сами. Возьмите свечу, Владыка. Все, прикладываемся к престолу, выходит. Дальше на вратам сейчас. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй.
Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко святости Боже нашей, жена пострадавших по Тебе честных мученицах, почивающих Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, верный во слове всех Твоих и неложный в обещаниях Твоих, даровавый святым Твоим учеником, подвигом добрым подвязать и все течения, благочестие совершите и веру истинного исповедания сохраните. Сам Владыка Пресвятый тех молением умолен будет, даруй нам, недостойным Твоим рабом, часть и наследие, имейте с ними, да подражатели тех бывших сподобимся и предлежащих тем благих. Милостью и щедротами человеколюбием, единородного Сына Твоего, с ним же благословенности, со пресвятым и благим оживотворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. А вы, ваше Господи, ве преклоните. Господи Боже наш, молитва Пречистая, Пресвятая Владычица наша Богородица и всех святых, будет держава Царствия Твоего, благословенна и прославлена, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Ходил во веки веков. Не спеша, идем.
Благословен Иси Христе Боже наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Возьмите врата, князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, внеде царь славы. Господу помолимся. Божий отче Господа нашего Иисуса Христа, сый благословен во веки, и же завесою плоти Его обновилась и нам, в первородных церковь на небесех вписан вход, и где же жительство празднующих и глас радования, сам человеколюбчий Владыка призри на нас, грешная и недостойная рабы Твоя, обновление празднующее честного храма, святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, во образ святейшей Твоей Церкви, сирич самого телеси нашего, и жесть уба и храм Твой, Иуды Христа Твоего, всехвальным апостолом Павлом именовать исподобил Иси, и утверди Его до скончания века, непоколебимо и прославлено в Тебе, исподоби нас в нем хвалы и славословия незазорно приносите, славе Твоей и единородному Твоему Сыну, Господу нашему, Иисусу Христу и Святому Твоему Духу, в разуме и всяком чувстве, поклоняющийся Тебе во страсе Твоем, божественных щедрот достойно показатися и благоприятной Твоей благости быть и мольбам сим, о нас и всех людях Твоих неизреченному Твоему благоутробе приносимым, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Яко свят еси Боже наш и на святых почиваешь, и Тебе славу осылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем Духами Твоему. Главы ваши Господеве преклоните. Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Выгласи, Господь. Господь сил, то есть Царь славы. Сейчас ходила, приходила владыки, каждый день только спереди, три. Сейчас просто помазать. Помазаться вкладывается, а потом молитву уже. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Воскомастик. Воскомастик. Нет, я вот там здесь. Ну мы сначала вот так прям заливаем. Господу помолимся. Господи Боже наш, иже сию славу по Тебе пострадавшим святым мученикам даровавы, еже сеетесь и по всей земли мощем их, во святых храмах Твоих и плоды исцеления прозябати, сам Владыка, все благих податель сы, молитвами святых иже благоволилось и положению мощей, всем честнем жертвеннице Твоем быти, сподоби нас неосужденно бескровную Тебе, на нем приносите жертву, и дару нам вся же ко спасению прошения, возмездие подаяй, и всем пострадавшим за святое имя Твое, еже чудодействовать и теми к нашему спасению. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков мы. Аминь. Паки, паки, преклонься колено, миром Господу помолимся. Где-то миром, миром ничего не дает. Господи Боже наш, иже тварь единым словом создавы его, иже быть и приведы, незреченными же образы различны сию, украсивые же, надносимый на ню твой дух собравы, и в солнечный сей свет на ню излиявы его остановление я, иже угоднику твоему Моисею, вдохнув и хвалу некую изрядну, положите добрейшему твоему создание реши, видите тебе свет, яко добрый, и дневно реши сей его живубы, и мы видящие, и светлейшее сие солнце, обновляющее на всяк день тварь, тя истинного дне хвалим солнце, и свет твой не вечерний, и же сыном твоим нам, заповедывая, обновитесь нашему естеству, святым твоим духом, яко и подару сему праведным, воссиять яко солнцу, тебе молимся и тебе просим, Отца Слова Господа и Бога нашего, понеже незреченным Твоим человеколюбием и безмерную Твоей милостью твари древний закон во образ Нового Завета, во Твоем боговидении и у Синайские горы, и в купине оное дивное, и в сене сведения, и при добрейшем храме Соломона. Оного обновления прия, милостью моком призванны грешные недостойные рабы Твоя, пребывающие всем дому, небоподобном, вселенная, похвалея жертвенница истинным, неизреченная Твоя славы, и не спасли Пресвятаго Твоего Духа на ны и на наследие Твое, ибо божественному Давиду обнови в сердцах наших Дух правый, Духом Владычным утверди нас, даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храма освящения, полюби к Тебе, Богу, тщательно оставление согрешения подашь, даруй им я же ко спасению прошение, и воздвигни я к деланию заповедей Твоих, даруй им обновление дара святаго Твоего Духа, да неосужденно поклонятесь Тебе, единому истинному Богу, и Его же послал Иси Иисуса Христа, молитвами Богородицы, и святители Тихона, патриарха Московского, и всея Руси, и всех святых Твоих. Аминь. Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, поминавшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос Богу преродил. Это услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся великом Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине Преосвященнейшем епископе Елисее, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Иоанне, и о все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Богохранимой стране нашей, властях и войстве ее, на тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Со милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, посвятимых всечестным храме всем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиво человека любит Бог, если и Тебя славу высылает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся в сердце. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся. Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, святителя Тихона, патриарха Московского, вся Руси, Его же есть храм, и все святых помилует и спасет нас, и благ и человека любит. Сотворите Господи, Преосвященнейший и Владыка Благословенный. Господи, помилуй! О благословении вас духовой, изобилие плодов земных,
и временях мирных Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Святую Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Христе спаси. Правда подобает тебе, и живот из греки, а живот твой, и еще лишь я милости, и щедро, Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим. Сыне, душа моя, Господа, воспою, Господа, в животе моем, пою Богу моего, где же есть. Не надейтесь, Боже, мне, хранящего истину вет, творящего сутам и землям, дающего и живот чужим. Господь, ищи такого меня, Господь, умудряйся к сын, Господь, возводит несвеженный я, Господь, любит праведники, Господь, Иса, Господь, ноги, Богу сегодня кровь и кровь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, Христа и во веки веков. Thank you.
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые. Святителей исповедания нашего Иисуса Христа.
верно слушаться Божьему Его, я с земли сила всем Дому Его, может слышу Бог славите, паче Моисея сподобите. Прежде твои жертвы приносите, потом за людские. Наложусь о тебе, грани Божии. Аллилуйя! Преосвященнейший Владыко, благовеститель святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Под молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова задаст ли глагол благовествующему силы Богу во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. От Иоанна святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, сего ради мя Отец любит, яко аз душу мою полагаю, да паки прямую, никто же возьмет ее от меня, но аз благаю ее о себе, областимом по житию и областимом паки приятию, сию заповедь приях от Отца моего, распряже паки бысь во иудеях, за словеса сия, глаголах уже мнозе от них, беса имать, и неистов есть, что его послушаете, и ниже глаголаху, сии глаголи не суть беснующегося, еда может без слепому очи отверсти, быша же тогда обновление в Иерусалиме, и зима бе, и хождавший Иисус в церкви, в притворе Соломоне, обыдоше же Его Иудея, и глаголоху Ему, доколе души наши землиши, аще ты еси Христос, пред Сыном не обинуяся, отвеща же им Иисус, грех вам и не веруете, дела я же остворю имени Отца моего, та свидетельствует о мне, но вы не веруете. Несте вот овец моих, яко же рех вам, овцы моя гласа моего слушают, я знаю их, и по мне грядут, я живот вечный дам им. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аз есмь дверь, мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и погубит, аз придок да живот имут, и лише имут. Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник я же не есть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядущего, и оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. Аз есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, яко же знает мя Отец, и аз знаю Отца, и душу мою полагаю за овцы, и не овцы има, я же не суть от двора сего, и ты ими подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь. Слава тебе, Господи, слава!
Господи, помышления наши Отце, Господине, Преосвященнейшем, епископе Елисее, и о Господине нашем, Преосвященнейшем, епископе Иоанне, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вообще-то он пришел очень очень, да, я получше. Часто слышал. Господа, помолимся. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри милостивым оком на скорбь и многоболезный вопль чад Твоей земле украинстве сущих. Избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролитие, отврати належащие беды, лишенные кров веди в домы, алчущие напитай, плачущие утеши, разделенное соукупи, не остави стада свои от сродних своих возлоблений сущих, умолитеся, но скорое примирение, яко щедр, даруй, ужесточенные сердца умягчи, к Твоему познанию обрати, мир церкви Твоей верным чадом я подашь, да единым сердцем и едиными усты прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веку. Помолитесь о оглашении, Господи, вернее оглашенный, помолимся, да Господь помилует их, огласитых словом истины, открытым Евангелие правды, соединитых святей своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью, оглашение главы ваше, Господи, преклоните. Да изии с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Елец, оглашение изведите, оглашение изведите, елец, оглашение изведите. Да никто от оглашенных не свергни, паки, паки, миром Господа помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Премудро. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Паки, паки, миром Господа помолимся. О Свышнем мире и спасении душ наших, Господа помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господа помолимся. О святом храме всем и с верой, о благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господа помолимся. О избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господа помолимся. Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Ну, что и посвящение человека это дело.
воцарился под именем ангельскими невидимыми доносимо чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И же херувим тайно образующих горячих кровь, физически пивающих, всякое ныне житейское божественное лечение. Ягоду царя всех подымем ангельскими невидимо доносимо чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И же херувим тайно образующих жутлеющих кровь, физически пивающих, всякое ныне житейское божественное лечение. Ягоду царя всех подымем ангельскими невидимо доносимо чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже, Кадило. Благословите Господа. Нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, священной архимандриты, господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, господина нашего Преосвященнейшего Иоанна, епископа Калачевского и Паласовского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, настоятеля, братья прихожан, жертвователи, благоукрасители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Не всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Подай, Господи. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Господи. Отче, время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшные судище Христове просим. Подай, Господи. Мир всем. Возлюбим друг друга до единомыслия и исповеды. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Перед вере премудростью волне, верою во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимых же всех и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света света Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно, отцуившися выше, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и во человечество, распятого же за них при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего по десную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И Духа Святого Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемо и славимо глаголавшего пророки, во едино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом вонме, святое возношение в мире приносите. Нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Горе имеем сердца.
многие изливаемое во оставление грехов, поминающего Господи. Твое, Твои, Тебе приносящее, о всех и за все. Молитву ко святому причащению. Верую, Господи, исповедую,
Ты си воистину Христос. Сын Бога живаго. Пришеды мир грешное спасти. От них же первый есть ас. Еще верую. Си самое пречистое тело Твое. И сияет самая честная кровь Твоя. Молюсь бы Тебе, помилуй мя. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом. Я же ведением и неведением. Без подобия мя неосужденно. Причаститеся причистых твоих таинств. В оставление грехов. И в жизнь вечную. Аминь. Вечере твоя тайная днес. Сыне Божий причастниками прими. Небо врагом твоим тайну повем. Лобзание тебе дам яко Иуда. Но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд ли во осуждение. Будет мне причащение. Святых Твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натаща, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению.
Очищается раба Божия Таисия, честного и святого тела и крови Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, восставление грехов. Восставление грехов и жизнь вечную. Очищается раба Божия вера, восставление грехов и жизнь вечную. Очищается восставление грехов и жизнь вечную. Очищается раба Божия Наталья, восставление грехов и жизнь вечную. Очищается раба Божия Дина, восставление грехов и в жизнь вечную. Очищается раба Божия Александра, восставление грехов и в жизнь вечную. Очищается раба Божия Нина, восставление грехов, Валентина, восставление грехов и в жизнь вечную. Очищается раба Божия Любовь, восставление грехов и в жизнь вечную. Очищается раба Божия Ксения, восставление грехов. Все причастники, все прикоснусь устом вашим, отымет беззаконие ваше, и грехи ваши очистит. Аллилуйя. Спасибо.
Ко святому святителю Тихону, патриарху московскому и всея Руси, со умилением сердец помолимся. Святителю Отче Тихоне, моли Бога о нас. О великий угодничий Божий, страстотерчий святителю Отче Тихоне, яко благоуханный цвет российского луга духовного, дивно процветы и добрый плод Христу Богу в терпение принеси. Глава славного воинства новомучеников и исповедников российских, ты соделась отцем всех православным христианам страны нашей и рассеянным по миру чадам русские церкви. Ты еси наш хранитель и ходатай пред Господем, печальник и молитвенник за землю русскую, дом Пресвятой Богородицы, с любовью припадаем Тебе и, прославляющие подвиги Твоя, благоговейно молим Тебя, молись у Господу нашему Иисусу Христу, яко насадителю жизни и победителю смерти, да не погибнет Россия, отчизна наша, но да будет даже до конечного суда Божия светом православной правды, во откровении языков, да не оскудеет вера наша, да не угаснет надежда, да утвердится любовь в сердцах наших. О святителю наш, милостивой церкви русской, светило и столпе непоколебимой, покаяние мудрой проповедничьей, молим Тебя, укроти междоусобную брань страстей наших, огради церковь русскую православную от ересей и расколов, сохрани нас от тлетворных учений и суеверия, избави от лукавых человек, сохрани жизнь нашу от развращений и нестроений, врагами веры и отечества нашего воздвизаемых. Всяческих же и искушений избави нас, и сподоби в любви и единомыслии совершайте дело Господне, и воспевайте со всеми верными чады Церкви Христову славу Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Благословение Господне, благослови нас, благодать и человека, любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Святому Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных сифальных апостолов, Иерусалимского Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Златоуста, святителя Тихона, патриарха Московского, вся Руси, Боже память не совершаем, Боже есть храм, святых праведный Бог Отец, яки Майоны и все святые, помилуй да спасет нас. Яко благ и человека любит. Избави тебе, Господа. Великого Господина, Иоса нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина Высокого и Освященнейшего Первого, Митрополита Богоградского и Камышевского, и Господина Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, и Господина нашего Преосвященнейшего Иоанна, епископа Калачевского и Полосовского, Богохранимую страну нашу российскую, Христолюбивые власти и воинство ее, настоятеля и братья и духа,
ваше Преосвященство, дорогой владыка Елисей, сердечно вас приветствую и благодарю за совместную службу, за совместную молитву и за вот это важное, важнейшее священнодействие, которое мы совершили, освящение, великое освящение этого храма, воздвигнутого в честь святителя-патриарха Московского и всей Руси. Тихона, его же память сегодня совершается. Сегодня, кто не знает, знаменательный день по многим причинам. Это день памяти святителя Тихона, установленный в честь дня его восшествия на патриарший престол. А сегодня как раз 100 лет. Сегодня столетие избрания, вернее, избрания на патриарший престол. А, собственно, интронизация, восшествие, это будет 4 декабря, в день праздника введения во храм Божией Матери. В это время мы с владыкой Елисеем, дай Бог, будем служить со святейшим патриархом Кириллом, поскольку приглашены на собор, юбилейный как раз-таки собор, в честь столетия восстановления патриаршества у нас на Руси. 100 лет назад святитель Тихон был избран и через несколько дней был уже утвержден. Но мы знаем, что не так долго ему Господь судил побыть в этом звании, но это какие были годы? Это были тяжелейшие годы, полной ломки государственного строя и тяжелейшие годы для церкви, которая попала вот в этот вот разлом и подверглась первым за свою историю здесь на Руси таким небывалым гонениям. Они продолжались, можно сказать, такие вот наиболее яростные в течение 20 лет, но вот первые во время революции, во время гражданской войны вообще были бессудные расправы. Если мы сейчас изучаем 37-й год, там новомучеников документы ищем, хотя бы есть там какие-то судебные акты, какие-то есть архивы, то, что творилось с 17-го там, по 22-й год, по 21-й, там вообще никаких судов, бессудные были расправы над священнослужителями. И святитель Тихон должен был как-то и воздвигать свой голос. Мы знаем, что в 18-м году он предал анафеме вот, власть. Именно власть, какую власть? Передал анафем власть, которая проливает кровь невинных людей, потворствует безбожию, разрушению всех нравов и законов. Вот. Но потом он был вынужден искать компромисс, когда власть утвердилась и стала тоже свои законы устанавливать. И в этих законах нужно было искать место и для церкви, потому что вне законов нового строя государства нельзя было существовать церкви, нельзя быть вне закона. И святитель Тихон был вынужден искать какие-то компромиссы, делать какие-то шаги. Хотя, как говорится, видел, что господствующая идеология, воинствующий атеизм провозглашен. Но тем не менее, нужно было сохранить паству, сохранить церковь. И он подвергался огромному давлению, знаем, репрессиям. Вот. И недолго он пробыл, в 25-м году уже представился на другой богородичный праздник, знаем, на Благовещение. Вот. И недаром здесь первый приход в городе Волжском был посвящен его имени. Не секрет почему, потому что когда он был прославлен в 89-м году, то был призыв в честь новых святых открывать церкви по лицу нашей Родины. И вот как раз здесь в молодом городе первый приход был открыт в честь него. И я очень рад, что сегодня освящение совершал владыка Елисей, который был здесь 25 лет назад настоятель. Вот, и вы, наверное, его помните. Помните, да. Вот, в 93-м, как владыка сказал, он здесь пришел настоятель, как раз будет 25 лет. И, конечно, это очень знаменательно, что через 25 лет владыке вернулся, чтобы посвятить храм. Вы же мог сказать, а чего ж так долго ждали? Четверть века не освящали храм. И как же мы в нем молились и служили, да? Хороший вопрос. Вот. Но, как мы говорим, конечно, храм все равно здесь благодать присутствовала. Но вот для таких храмов, не совсем до конца освященных, как раз мы используем вот эти вот платы, которые называются антиминсы, с частицей мощей вложенных. Вот. Но это была практика, конечно, вот, годов больше гонений, когда мы вынуждены. И этот храм же тоже, это же мы понимаем, не специально здание для храма было построено. Отдали здание, которое было уже никому не нужно, да, так, если так прямо говорить. Да? Полуразрушенный двухэтажный дом. И вот трудами настоятелей, которые здесь за 25 лет служили, особенно, конечно, последнего настоятеля отца Александра, мы видим, что
преобразился такой храм, как древние храмы, такие вот базилики были со столпами. Вот. Владыка Елисей даже вот мне сегодня на ухо сказал, я, говорит, не узнаю, говорит. Да, но тут очень много что, да, обводы стен понятно, что узнаешь, а вот все остальное, конечно, наверное, трудно все это сравнивать, что было, когда все это передали, когда первые священники приходили. Но все-таки первые 25 лет назад был другой энтузиазм у людей, да? Вера такая была, такая, может быть, у нас крепче была. Какая-то была радость, да, что вот мы как первопроходцы, да, приходим на там, где ничего нет, и пытаемся вот эти вот возродить, эти ростки посадить веры как-то и самим участвовать в этом возрождении. Вот. Ну а человек ко всему привыкает, 25 лет проходит, и мы привыкаем и к свободе вероисповедания, и к свободе посещать храмы, к обилию духовной литературы, вот, к обилию храмов, к обилию священников. Вот, и от этого, конечно, иногда и ослабеваем, привыкаем. Вот, и все-таки, конечно, нужно нам... потом попускаются какие-то падения, вот если они нас разумляют, какие-то греховные падения, обязательно, чтобы упасть, что не встать. Но бывают падения мысленные такие вот, и всякие, и дело. Вот, все-таки они нас отрезвляют, и мы должны все-таки вспоминать вот эту нашу ревность, веру, с которой мы 25 лет назад приходили в этот храм. Я это к себе слова отношу и священнослужителям нашим. Вот, потому что, когда вот у нас эти сроки службы увеличиваются, мы уже их меряем не годами, десятилетиями, вот, это не всегда позитивно. Вот. То есть так на нас смотрят вокруг-то люди с благоговением, мы сидеем, стареем, должны, как говорится, стать все лучше и лучше, краше и краше. Но на самом деле не всегда это происходит, вот, потому что иногда усердие наше, первая ревность проходит, а вторая еще не пришла. Вот. Поэтому нужно нам как-то вот, вспоминать и как-то это в себе возгревать. И, конечно, вспоминать, вот, как оно было. И вот Владыка Елисей вот, напомнил многим вам и годы юности, молодости, как это было все 25 лет назад. Вот, и надеюсь, что это все сегодняшняя служба нам послужит на пользу. Так вот, я о чем говорю. Храм был вроде не освящен, но благодать в нем была. А сегодня, надеемся, что будет некоторая полнота, завершенное действие. Вот. Иногда мы сравниваем, вот, как человек освящается, крещенный, некрещенный. Вот мы идем... На улице не отличаем, крещенный человек, не крещенный. Вот. А все-таки на крещенном есть благодать Божия. Невидимая, может, даже для него, для окружающих, но она есть. Так вот и здание храма. Вчера он был не освященный, сегодня освященный. Вроде ничего в наших глазах не изменилось, но надеемся, что вот эти великие священнодействия, а именно помазание святым миром, окропление водой, а именно закладка частицы мученика, мощей мученика в престол. Это священномученик Владимир Саранский, как раз убитый в 18 году. Его частица мощей благословляет патриархию вот сейчас вкладывать в освященные престолы. Все это, как говорится, послужит тому, что в этом храме будет вам легче молиться и легче, как говорится, ощущать, вполне ощущать действительно присутствие Божие, присутствие благодати, получая здесь во время богослужения, во время вашей молитвы. Ну а Владыка Елисей еще раз сердечно благодарю, поздравляю и хочу вручить памятный дар, вот, это икона, возможно, даже вас здесь встречал 25 лет назад, ну, а в память столетия просим вот ее принять. Храни Господь. И цветы от отца настоятеля. От Преосвященства, Владыка, от всего нашего прихода разрешите поздравить вас с праздником, с престолетием Пустынного Патриарха, потому что это была действительно очень важное событие 17-го года, потому что как вот, когда нет в семье отца, то тогда в семье как нет полноты. А когда есть вот отец, отец духовный, то тогда эта полнота осуществляется, да, перед глава церкви. Вот вы много лет назад служили в этом храме, но вот видите, сегодня люди говорят, что вы помните, что вы служили. Поэтому от своего прихода решите поздравить, поблагодарить за то, что вы нашли время, к нам приехали. И действительно совершили важное это событие для нашего прихода, важное действие совершили, тайное действие. Вот. Как вот в семье рождает человек, все радуются, так и мы радуемся обновлению нашего храма. Дай Бог, чтобы вот была как это, чистота наших душ и чистота в храме всегда сохранялась. Дай Бог вам здравия, душевной силы. Спасибо.
Вас тоже благодарю. Вот. Благодарю, что решили сложно. Я волнуюсь просто. Да нет, ну все понятно. Все сказано. Вот, ваше преосвященство, дорогой владыка, я, дорогие отцы, братья и сестры, я сердечно благодарю правящего архиерея Калачевской епархии, владыку Иоанну, что он пригласил сегодня на освящение храма святителя Тихона. На самом деле он вспомнил, что когда-то, да, уже 25 лет, время быстро бежит, по благословению тогда еще архиепископа Германа, Господь судил быть мне здесь настоятелем. Но с таким заданием, чтобы начинать строительство храма, который святитель Тихон предполагался, где сейчас я вам богослов, там он предполагался. Вот так вот получилось, милостью Божией, наверное, так это промыслительно, что там вот начал строиться храм святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. Вот. Но трудно, я вспоминаю, было, да, очень трудно, потому что мы очень долго не могли начинать это строительство, препоны различные были, мы молились здесь. Владыка Герман меня часто вызывал и говорил, когда ты начнешь строить храм, когда начнешь строить храм. Вот, и, конечно, было для меня очень волнительно и ответственно. Вот. Но слава Богу, милостью Божией, что на том месте храм начал строиться, но и здесь это место не осталось пустым. Вообще, вот это тогда еще, как мы сейчас вспоминали с владыкой, я сказал, это, был какой-то неказистый двухэтажный дом, но его очень любили. Да, помните, да? Его очень любили, и, конечно, здесь было по-другому совершенно, более по-деревенски. Печка стояла такая газовая, да, огонечек не пылал вот так. И особенно вечером, когда было тихо, вот мы вспоминаем вечернее богослужение, потому что владыка Герман благословил нас тогда молодых священников, тогда еще не монахов, а просто священников, не женатых священников, совершать здесь богослужение ежедневно. Вот, и мы здесь начали совершать ежедневное богослужение. Это было непросто, но очень-очень благодатно. Я всегда вспоминаю вот это свое здесь вот это пребывание в этом храме с большой благодарностью. И вас, дорогие мои волжане. Да? Потому что вот служа на других приходах, например, я всегда сравнивал, а как здесь? А какое отношение было здесь? А как люди именно горели, пылали, желали, именно как владыка сказал, именно вот такое было, именно ревностное горение. Но я хотел бы пожелать, конечно, я очень рад за владыку Иоанна, что у него вот такие замечательные приходы. И он так ревностно относится к тому, что эти храмы были обязательно освящены. Люди просят. Это правильно. Я очень этому радуюсь. Вот. Когда мы сегодня освящали, у меня тоже запланировано освящение храма в районах епархии. Я говорю, владыка, слава Богу, что вы пригласили. Это такая тренировка, мне напомню. На самом деле так часто у нас. Да, это не часто, и довольно-таки чин очень большой, и он не сразу запоминается, конечно. Вот так. Вот. Поэтому я очень рад всему, что здесь произошло. Владыка, мне бы хотелось тоже подарок преподнести. Я преподнес, знаете, преподнес там в алтаре подарок икону Сафона, Троеручицу. Икону Божией Матери Троеручицы, которую мне тоже подарили там на Святой Горе Афон, в этом монастыре Хиландарь. Эта икона является игуменей этого монастыря. Она находится на игуменском месте, и монахи, подходя к этому образу, утром благословляются на послушание. Вот этот образ пусть будет... Я подарил владыке, а владыка сказал, давайте подарим его храму. А храму сказал, давайте подарим владыке. Поэтому пусть именно благодать Божьей Матери присутствует с вами, дорогие мои. И наша любовь тоже пусть присутствует с вами. Вот. А ваша с нами. Спасибо, Господи, с праздником. По пару слов скажу. Здесь, когда я пришел, вот это приехал владыка Герман,
и уже был храм Иоанна Богослова, владыка, я здесь уже успел отмостку сделать, вот, и прикажение пришло, владыка после на трапезе говорит, я хотел бы уже закрыть этот приход, но гляжу, здесь люди ходят, надо ставить. То есть он был как бы временный, да, пока строился Иоанна Богослова. Нет, думал, что будет там храм святителя Тихона, на том месте, но вот как-то вот это место очень люди любили, я это сейчас вспомнил. У нас временное всегда становится самым главным. Вот это такую простоту этого храма, да, просто простоту. Я этому очень рад. Отцу Александру, я рад за него, что он так сумел благоустроить этот приход. Спасибо вас, Господи. Храни Господь. Спасибо, Господи. Спасение во всем благое поспешение подашь, Господи, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и сия Руси, и господину, высокопреосвященнейшему Герману, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, и господину, преосвященнейшему Елисею, епископу Урюпинскому и Новоаннинскому, и господину нашему, преосвященнейшему Иоанну, епископу Калачевскому и Паластовскому, всем зде предстоящим и молящимся, сын Богоспасаемый пастою, и сохрани их на многое лето. Ну, еще раз всех поздравляем. Отец Александр, не убегайте, что вы хотите сказать прихожанам. Большое спасибо. Кормить будете прихожан? Да. Хочу всех поблагодарить за то, что пришли разделить с нами радость этого торжества. Вот. И все поблагодарить, кто участвовал в этом становлении этого прихода. Кто молитвой, да, кто постоянным приходом на богослужение. Да, вот. И хотел бы детей, чтобы вы помнили, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Да, приходили, пока есть возможность молиться в храм. Вот. И это очень важно. Если когда человек приучится к тому, чтобы приходить в храм, то Господь все дает. Поэтому дай Бог всем здравия. И все благодарю благодетелей и сочувствующих, участвующих. Дай Бог всем много вам блага лета. Спасибо, Господи. Там сейчас, когда подают кресту, там можете вот в новое здание зайти, и там чай, там что там будет, вас чуть-чуть, чтобы голод не остаться. Спасибо.